Привет, мухоязы. Крючок скут номер 14. Черная моя самодельная монтажка. Жопка неон грин. Красная органза, три ниточки. Чуть больше цевья делаем, отводим назад и ровненько обрезаем такой вот хвостик у нас получился. Делаем дайбинговую петлю. Выравниваем наше тельце. Монтажка нам больше не нужна. Набираем нашу петлю. Дайбинг. Сантиметра 4 должно получиться набранного. Обрезаем с обоих сторон. Начинаем скручивать. Такая как синелька получается. Липучкой можно почесать. Так, приблизили. И начинаем аккуратно наматывать эту китку. Узелок хорошо протянули. Обрезали. Начинаем все расчесывать. Сначала кверху,
стали. Как панк такой получается. И теперь обстригли сверху и по бокам. Снизу стричь не надо. Теперь это все к низу зачесали. То, что торчит, надо все пообрезать. Головка будет пара раньше. Галстучек сделаем. Герхландер. Отрезаем сантиметрик. Так вот накладываем. И притягиваем к низу. Зафиксировали. Контрольный узел. Галстучек тоже обрезаем. Берем бурчик и распушаем наш галстук. Распушили, расчесали. Лачим головку. И наш ручейник готов.